друзья! Я рад вас приветствовать на канале Два Копа. И с вами, как всегда, я, Донат Гонзалес. Сегодня у нас необычное видео, необычное по двум причинам. Первая причина заключается в том, что я сегодня наконец-то вышел на лесные дорожки погулять, покопать, так же, как это мы делали ровно год назад, прошлой осенью. Год пролетел очень быстро. А вторая причина заключается в том, хотя, наверное, я озвучу ее в конце. Вот. Ну, возможно, вы заметите ее по ходу видео. Сегодня подышим, попробуем что-то найти. Что из этого получится, не знаю. Вот. Пообщаться, поговорить о новостях, да и просто о наболевшем. В общем, как-то так. Погнали. Ну, для начала походим вот по этой дорожке. Я когда-то по ней ходил с Аськой. Нашел одну серебряную шведскую монету. Вот. Горячих камней накопал. Ну, посмотрим, что нам здесь выпадет. Что нам здесь поможет найти, скажем так, Деус. Попробуем пройтись. Ну, а потом дальше по ходу дела пройдемся по лесу. Хочу походить по тем же дорожкам, что и в прошлом году. Не искать ничего, а просто пройтись. Соскучился я по ним, по тем местам. Думаю, пробежаться там. Ну вот о чем я и говорил. Горячий камень. И Деус его видит. Сигнал 26, 27, 28 ВДИ. Может, конечно, там что-то внутри, но очень легкий. Он такой типа шлака. Что-то похожее на шлак, на уголь. Он звенит. Еще один горячий камень. Звучал совсем хорошо. 96 ВДИшка была. И был недалеко от поверхности. В общем, как я уже сказал, эта дорога, она полна горячих камней, этого шлака. Что странно, что с Аськой я тогда среди этих камней первым сигналом выкопал серебро. Допустим, ятрак этих камней здесь не видел. Я здесь ходил с ятраком, и он на них не реагировал. Так что делайте выводы. Деус, ну, может, можно как-то отстроить, но не знаю, как его отстроить от горячих камней. Потому что показания ВДИ всегда разные. Один горячий камень. Вот так он выглядит, по сути, как уголь. Такой антрацит. Самое интересное, что пинпоинтер тоже на него реагирует. В общем, пора отсюда сваливать, как говорится, на другую дорожку. Только придя в лес, я понял, насколько сильно соскучился по нему, по осеннему лесу, этим нашим с вами прогулкам. В какие-то моменты я даже забывал, что у меня в руках лопата и детектор. Помните эту яму? Здесь я находил хлорницу, огромную гильзу от авиапушки, я предполагаю, или от какой-то противотанковой винтовки, не знаю, в этом не особо силен. Ну, в общем, дошел я до этой ямы вновь. Помнится, копал здесь. Вон там еще видно мною выброшенный шмурдяк. Но здесь уже ничто не свидетельствует о том, что я когда-то здесь копал. Да, хотел бы я вернуться в тот день. Погода тоже радовала. Солнце пригревало, и было время полюбоваться и поснимать. Правда, дятла я что-то не встретил. Наверное, потому что был немного в другой части леса.
погода исправилась просто супер. Вышло солнце, ветер утих, где-то кричит хищная птица. Вот, надо, наверное, тоже поднять дрон, поснимать всю эту красоту сверху. Вот, находок пока нет, но это, наверное, сегодня и не главное. На самом деле, не хотелось мне сегодня брать с собой металлоискатель, хотелось просто походить по тем дорожкам, по которым мы гуляли в прошлом году. Вот, но раз уж взял, помашу клюшкой, может, что и найду, заодно пообщаюсь с вами, вот, протестирую новый свой прикид. У меня здесь это гидрофобная такая куртка, под ней флисовая, более теплая такая, типа кофта. Все это покупается к предстоящему путешествию, которое начнется через неделю. О нем я еще более подробно расскажу по ходу этого видео или какого-то из ближайших. Я думаю, что еще будут. Вот. Что сказать? Буду снимать по ходу путешествия влоги и по мере возможности выкладывать. Также буду снимать на основную свою технику, на основную камеру такой фильм об этом, который я смонтирую и выложу уже по возвращению, если вернусь. Попался вот такой вот холостой патрон, не стреляный причем. Капсюль целый, свежий. Ну, здесь учения бывают, и поэтому это не редкость. Позади меня есть одна поляна, так там вообще можно накопать ведро. Ну, еще одна та же фигня. Гильза, правда, уже стреляная. Для игры в войнушку. Откинул ногой мох, и никакого пинпоинтера не надо. Вот еще одна такая же хреновина. Блин, то горячие камни, теперь гильзы. Ребят, это не одна и та же, поверьте. Это очередная, уже четвертая. Достали. ВДИ 80 у них. Ну, как не копать? Тоже стреляная. Короче, я их скидываю в кучу, не беру, куда их. Нахрен. Сигнал был другим, немножко изменился, поэтому я решил выкопать. Выкопалась такая вот какая-то крышечка, дико ржавая. Не знаю, что это. Ну, возможно, что-то времен войны. Я недалеко от той ямы, которую я уже вам показывал. Вообще, где-то здесь, в этих местах, вот эта яма, это, я думал, что, возможно, немецкая мусорка, потому что там находились разные предметы того времени, но и современного быта, ну, советского времени тоже. Но я знаю точно, что где-то здесь, на этих холмах, на каком-то из них, располагалась одна из частей немецкой армии. Ну, местные говорят, и не только местные, от разных людей я слышал это, но где именно, черт его знает. Вот там вот внизу, по центру кадра сейчас, есть дом. Там живут мои знакомые, хорошие знакомые, поэтому я здесь очень смело себя веду в этом лесу. Это их собственность. Вот рядом с их домом есть старый дом, в котором во время войны тоже жили немцы. И там, на картофельном поле рядом, я находил немецкие рейхсфенинги. Ну, разные. И Павла монеты, и Николая, и серебро. Не знаю, была мысль сегодня сходить туда. Картошку выкопали. Потому что каждый год, как выкапывают картошку, каждый год что-то новое вылезает из земли. Ну, может быть, схожу, но не обещаю. Золотая, золотая пробонька. Хорошо сохранилась. Дег видно. Ригас. Ликероводочный завод рижский, короче. По-латышски написано. Отличный сохранчик. Кому надо, пишите. Подгоню бесплатно. Ну, такой маленький кусочек железки попался. Не знаю, что это. Какая-то медь. Без понятия. Очень сложно определить, от чего это. Звенело хорошо. И еще один похожий кусочек неподалеку. Видно, что это запчасть одной детали. И начался дождь. Насчет погоды я накаркал. Налетела туча, пошли дождинки. О, монсеньор, а не с вами ли мы встречались в прошлом году?
Похоже, что с вами. Узнал. Ну, такая пивная пробонька. В общем, я понял одну вещь. Земляной дед по мне не скучал. Вообще. Поэтому засыпает меня гильзами и мусором. Что сказать? Спасибо тебе, дедушка. Ну, вот такая вот запчасть еще попалась. Похожа на крышку от обоймы, скажем так, нижнюю часть. Ну, что-то оружейное, мне так кажется. А может быть и нет. Такая вот порванная. Очень похожа на какую-то коробку магазина, скажем так. Ну, что-то такое. Где монеты? В этом году осень достаточно ранняя. Середина сентября. Папоротник уже пожух. Довольно холодно. Я бы сказал, не сентябрь, а конец октября, по ощущениям. Печально. Печально. Ну, такая запчасть попалась. Она из резины. Но вот здесь, с этой стороны, в этом пазу, находится пружина по периметру. Не знаю, что это такое. Есть маркировка. Ну, это ни о чем не говорит. На гильзы мне определенно сегодня везло. Как говорят немцы, задолбайтунг. И полный ахтунг. ВДИ строго 82. Я, наверное, его перестаю копать. Да и вообще двигаюсь уже в сторону машины. Покопав еще немного, но ничего не накопав, я отправился в сторону дома. Ну вот, ребят, на сегодня решил закончить. Надоело копать шмурдяк и гильзы. И надоело отбиваться от лосиных мух-блох, которые просто тучами атакуют, лезут в волосы. Они не кусаются, но очень неприятно. Они такие шустрые, заползают в волосы. И неприятные ощущения. Называю особенность сегодняшнего видео номер 2. Дело в том, что все, что вы сегодня видели, было снято, озвучено. Ну, за исключением кадров с дрона. Все остальное было снято, озвучено, и все это смонтировано было при помощи мобильного телефона. Обычно я не снимаю на мобильный телефон, но в этот раз решил сделать по двум причинам. Первая причина – это многочисленные и неиссякаемые вопросы технического характера, как я снимаю, как я монтирую, какие программы использую, какую технику, какие объективы и многое-многое другое. Народ просто, ну, людей можно понять, люди пытаются понять, извините за некоторую сумбурность. Народ пытается понять, в чем секрет качества и улучшить, сделать качественными свои видео. Ну, эти вопросы задают в большинстве своем те, кто тоже снимает блоги. Вот. И сегодня, я надеюсь, мне удалось доказать вам, что как бы секрет не в том, на что вы снимаете, а секрет в том, как вы снимаете, какой смысл в это все заключаете и как к этому делу подходите. То есть все заключается в подходе и не дрожащих прямых руках. Ну а вторая причина — это то, что я планирую, как я уже сказал, снимать влоги во время похода, во время пути, путешествия. Будет создан отдельный плейлист на канале, я буду туда выкладывать влоги именно с этого путешествия. И я надеюсь, что мне удастся снимать, монтировать и выкладывать это все посредством мобильного телефона ежедневно. Ну, я постараюсь по мере появления интернета. Не знаю, как там будет с интернетом. Вот. Что еще хотел сказать? Очень, как бы не очень мне нравится динамика роста канала. Каналу уже 4 года. Вот, но я понимаю, что для того, чтобы канал рос, надо почаще снимать видео, пока это не получается. Но многие удивляются и пишут мне: вот у тебя классный контент, так качественно, а подписчиков нет.
Не знаю, в чем секрет, уже все перепробовал. Весь канал оформлен, заполнен, ключевые слова, хэштеги и все, что только можно. Не знаю, возможно, мои зрители, то есть вы, не хочу, конечно, никого обидеть, плохо делитесь моими видео, плохо ставите лайки. Ну, обычно просмотров не так много, но, скажем, вот если просмотров 300, то лайков 50, а это в 6 раз меньше. То есть лайки, чтобы вы знали, вот для тех, кто не знает, лайк — это очень-очень полезный и нужный инструмент, который позволяет каналу расти. Ну, те, кто меня смотрит из блогеров, те, конечно, все это прекрасно знают, а те, кто смотрит не из блогеров, они, возможно, не знают. То есть, если в короткий промежуток времени после того, как я выложу видео, оно наберет, по-моему, 300 лайков, то его, возможно, вынесет в тренды. Что это значит? Это значит, что оно будет среди самых популярных видео Ютуба. Поэтому не ленитесь, ставьте лайки, поделитесь. Иначе как люди узнают и примкнут к нашей армии замечательных людей? Больше ничего не прошу. Что еще сказать? Было время подумать о развитии канала. Канал будет развиваться. Вы сами знаете, что у меня особая подача материала. И коп — это, конечно, скажем так, основная тема, несмотря на то, что видео мало. Но в то же самое время вся концепция — это не только коп. Коп — это возможность как бы прикоснуться к прошлому. И я считаю, что самая большая ценность нас всех — это время. Время в этой жизни. И основная тема, наверное, такая не очевидная — это время, это люди, это возможность прикоснуться к прошлому, подумать о прошлом, о будущем, о настоящем. Какие-то, скажем, такие философские мотивы. Ну, это вы уже все прекрасно знаете. Те, кто смотрит мой канал, знают вот об этой особой манере. Возможно, она не так актуальна, и это все не нужно, и поэтому народ особо не смотрит. Но тем, кто смотрит, спасибо. Я говорю, делитесь. Я уверен, что в кругу ваших друзей, знакомых, люди, которым тоже это было бы интересно. Поэтому делитесь, делитесь, делитесь. Это единственное, о чем я прошу. Вот. Как-то так. В общем, наговорил много, наснимал не очень много. Надеюсь, что вам понравилось. Вот такой вот интересный эксперимент съемки мобильным телефоном. Кому интересно, наверное, в описании напишу, что за телефон, как снимал. Вот. Я надеюсь, что будет больше комментариев и вопросов касаемо канала, ну, скажем, сути видео, а не именно технического характера. Очень муторно на них отвечать. Я, конечно, иногда отвечаю, но очень редко я это делаю. В общем, вроде бы все сказал пока что. Следующее видео, наверное, будет обзор магнита. У меня теперь есть поисковый магнит. Я сделаю обзор, побросаю, посмотрим, что получится выловить. Наконец-то у меня есть долгожданный, хорошенький, поисковенький магнитик. Благодаря, кстати, магазину Морекс ЛВ. Ссылку тоже оставлю под этим видео. Такие пироги, друзья. Все, пока. А мы продолжаем.